14 февраля на 94-м году скончался член Союза журналистов и Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Чувашской республики, заслуженный профессор Чувашского государственного университета имени Ульянова Иван Яковлевич Тенюшев. Иван Яковлевич родился в 1923 году в Батыревском районе. Закончил Батыревское педагогическое училище, работал учителем Янтиковской начальной и семилетней школы в Яльчихском районе. В 1942 году 19-летним юношей ушел на фронт, был трижды ранен. День Победы встретил в Будапеште. Свою карьеру в качестве журналиста Иван Яковлевич Тенюшев начал в Батыревской районной газете, а после того, как получил образование журналиста, преподавал в Чувашском госуниверситете. Со студентами он проработал до 93 лет, был автором многочисленных произведений художественной литературы и книг по журналистике. Прощание с Иваном Яковлевичем Тенюшевым состоится 16 февраля до 14 часов в Чебоксарах по адресу: улица Привокзальная, дом 8, квартира 24.